Ребята, что-то вы какие-то тихие. Надо танцевать. Что у нас? Что у нас по программе? Кто любит все большое, большое? Большие размеры. Или кто навеки со спортом? И был помрачен мой разум. Сколько живу от таких красавиц я не видел ни разу. Ракетки, мечи, короткие юбки, красивые лица. А как они играют, а как они кричат. Нет, в них нельзя не влюбиться. Я хотел бы стать сеткой, хотел бы стать кортом. Лежал бы, смотрел бы на них и думал, я навеки со спорта. Теннис большой, это хорошо. Вы! Теннис большой, это хорошо. Еще раз, теннис большой, это хорошо. Дементьева, Шарапова, Мыскина, Кузнецова. Их манеры изысканы, движения невесомых. И если посмотришь, если заглянешь в их ясные очи, ты тоже захочешь, ты тоже захочешь. Ты тоже захочешь, Данис большой. Это хорошо. Теннис большой. Это хорошо. Теннис большой. Это хорошо. Теннис большой. Зачем тебе этот Энрике? Где-то в далеких краях ты услышишь мои крики. Не возвращайся, у нас есть певцы хорошие тоже. Ну вот, хотя бы к примеру, Галанин Сережа Танин.